Космос ваш, мы так понимаем. Космос наш. Ну, хотелось бы, чтобы и украинцы были с нами. Я думаю, что вот чувствую, что недалек тот момент, когда и Украина одумается и поймет, где их счастье. Пускай они решают сами. Теперешний визит Александра Лукашенко в Москву до Владимира Путина имел свои особливости. Особливости эти выявляются в осючим. Подчас опошних встреч Лукашенко и Путин амаль ничего не говорили про войну в Украине. Робили выгляд, что нібито ее вогуле нема. Говорили про что заугодно, про двухбаковое супрацовництво, про импортозамещение, але не про войну. А гэтым разом, амаль цалкам, перамовы были присвечены менавіта войне во Украине. Президент России вчера половину вступительного слова уделил мирным переговорам с точки зрения дипломатического, вы же понимаете, к чему это? И причем, вельми цікаво, николи раней Лукашенко так не отаясамлял себе Беларусь с Россией. И он казал наши позиции, нас, мы, коли казал про некие позиции подчас диалогу с Заходом, перамовов и так далее. Ну, если они хотят в Швейцарии, это же они называют мирной конференцией. Но если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну, Господь с ними. Это, я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств, что-то там нам продиктовать или наклонить нас? И тут мне бачится вельми цікавый поворот. А у Владимира Путина вельми непокоит той форум миру, який збирается у Швейцарии, який инициировала Украина. Там, мяркуется по всему, будет довольно шмат лидеров разных стран, и этот форум явно не на користь России. Россия этим занепокоена и хотела бы неяк нейтрализовать. И вот с допомогой Александра Лукашенко Путин попробовал нейтрализовать этот форум. Каким чином? И он, и Александр Лукашенко раптом почали шмат казать про перамовы. Причем перамовы на подставе Стамбульского документа, який был парафирован боками еще в первые месяцы после початку войны в 2022 году. Гэты Стамбульский документ цікавы тым, что Россия там готова идти на великие соступки. Там гаворка ішла про тое, што лінія мяжы, лінія размежавання павінна была адбывацца на той мяжы, якая зафіксавана да пачатку расійскай агрэсіі ў 22 годзе. То бок, за Расіяй застаецца Крым, і Украіна павінна гэта прызнаць. Украіна павінна прызнаць ЛНР и ДНР на той момент, которые существовали, и Украина фиксуя свой нейтральный статус, отмовляется вступать у НАТО. Ну а Россия, соответственно, выводит свои войски до межу тех, которые были на момент початку войны, то бок Донбасс. Гэта, калі сапраўды Россия готова пайсці на такие саступки, то это велізарные саступки с боку России. И менавіта вось гэты пернік, які цяпер Россия пропануе Украине и Заходу. И она спадзяецца, что Украина на гэта купится, и тому як бы таким чином можно будет сорвать швейцарский форум. Ну и Лукашенко тут как раз приехал для того, каб презентовать вось гэтую новую идею
Путіна. Ну і ось нібито яны разам гэтую ідэю і прэзентуюць. Я б звярнуў увагу яшчэ на тое, што Лукашэнку не спадабалася пытанне пра магчымасць удзелу Беларусі ў рэальнай вайне. Пока не начались мірныя переговоры, вот как вы для себя оцениваете вероятность того, что Беларуси придется вступить в боевые действия? Мы никак не оцениваю, такой необходимости нет и не будет такой необходимости. Я как-то сказал накануне, наши журналисты могут вам рассказать, что России сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. Это питание было задано российскими журналистами. И для его, для Лукашенко оно выглядело вельми хваровитым. И он отказывал на его вельми сумбурно, нервово. Ну и сенс отказу таким, такой, что Беларуси это не требно, не потребно, и России это не потребно. Бо Беларусь закрывает велизарную межу с Украиной и велизарную межу с краинами НАТО на Заходе и полночи. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Олег Викторович, Марина Витальевна, сегодня праздник, День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, значит, наше общее достижение всех республик бывшего Советского Союза. Официально визит Лукашенко был примеркованный до святкования Дня космонавтики в России. Ну и в связку с этим вокруг темы полету белорусской космонавтки Марины Василевской белорусские державные медии раскрутили велизный ажиотаж. Мовляв, Беларусь – космічная держава, космос наш. Страна подтвердила статус космической державы. Первая женщина-космонавт Беларуси вернулась на Землю. Полет Марины Василевской – огромный шаг в развитии отечественной космонавтики. Але проблема в том, что белорусская космонавтка удельничала фактично у российской космичной программе. То бок, Беларусь нібыта космічная держава, але удзельнічае ў космічнай праграме другой державы. Мы готовы включиться в вашу программу. То, что российские космонавты делают, не обязательно, чтобы там белорусская была. И тое, что Василевская была узнагарожана не толькі кіраўніком Беларусі, але і кіраўніком Росіі, узнагароджана і Лукашэнкам, і Пуціным. Ну, так само цікавы паварот, калісьці прэзідэнт Казахстана Такаеў казаў, што у вас такі саюз пра Беларусь і Расію, што ядзерная зброя адна на дваіх. Ну, цяпер выглядае і касманаўтка адна на дваіх. Наша, ваша, ну, это уже наши общие люди, мы будем летать в космос. Ну, беларускія ўлады не хаваюць, што гэты палёт беларускай касманаўткі больш піяраўска-палітычны, чым некі рэальны, эканамічны, навуковы і так далей. І таму я думаю, што Марине Василевскай прыгатовлена палітычная роля быць для Беларусі адначасова і Юрыем Гагарыным, і Валентиной Терашковай. У меня большое счастье стаць первым беларускім космонавтам суверенной Беларусі. Такі піяр спрабуюць зрабіць беларускія ўлады з гэтай беларускай дзяўчыны, якая паляцела ў космас.